Ладно, это будет чуть посложнее. Тут уже есть препятствие, и это первое твое осознанное. Самое главное, не такое уж и сложное препятствие. Охренеть, ну серьезно, ну только же начали, ну еб... Счастливо оставаться! Отличный косплей на кусок говна! Это было просто шикарно! Я хочу на бис. Слушай, ладно, это все очень просто. А что, умри, пожалуйста, я тоже хочу играть. Я не хочу умирать, в этом проблема. Да я... ну сдохни, пожалуйста. Сердце! Сердце! А прикинь, ты такое бы услышала, что и что бы ты делала тогда, а? Прибежала бы посмотреть. Посмотреть? Класс. Так чётенько просто. Знаешь, ты как будто к этому и шла. Ты будто бы делала все, что планировала. Как будто бы у тебя все получилось, что ты задумала заранее. Ну? Ну? Ну пиздец. Просто великолепно. Не получается, реально. Ну не получается, я не понимаю. Ну что? Что именно не получается? Подходишь, прыгаешь, все максимально просто. Ну как нечестно? Ты в эту игру много играешь, а я не умею. Нечестно что? Смотри, все максимально просто. Нажимаешь Shift, и это тебя спасает. Но не в этом случае. Полина, это ладно, очень все, просто. Я сосредоточена. Почти сдохла, у меня почти сердце остановилось. Ты была в секунде. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Да я твою медь, да говорю тебе, ты что творишь? Почему ты так не ценишь свою жизнь? Держись. Теперь не держись, отпусти. Отпускай! Все. Я надеюсь, это хотя бы что-то стоило. Я тебя люблю. И ты не растратишь свою жизнь... бездарно. Я кое-что понял. Я хочу просто тупо дать тебе в рот. Я хочу просто тупо дать тебе в рот. Ладно, здесь ты понимаешь, что происходит? Ага, я понял. Ты решила начать сразу со своих козырей. Неплохо, на пятерочку. У тебя есть шанс сейчас не сдохнуть бесславно. Это первый раз ты видишь это препятствие. Просто, что ты делаешь? Их надо просто перепрыгнуть. Не лицом, не жопой. Просто перепрыгнуть. Максимально. Быстро, и я тебя понял. Заеби. Давай, просто перепрыгни. Просто перепрыгни, и все. Ничего не требуется. Просто перепрыгни. Вот это другой разговор. Это уже что-то. Ай. А что ты смеешься? Я понять не могу. А что ты смеешься? Я тебя просто как мусоропровод сюда скину. И пойду по своим делам, как будто ни в чем не бывало, реально, как будто просто мусор выкинул. Ля, меня какая-то мразота! Что с микрофоном? Что там со звуком такое? Что это было? А что там, с ущелья, блядь, упало? Не знаю, как будто реально падало куда-то вниз, как в этих фильмах, да, реально. Точно. Реально. А да блядь. Точно. А такой же тактике. Полина, последняя, браво! Я уже плачу, девочки. Тут нет девочек. Вы упали, девочки. Я уже плачу, мне очень плохо. Девочки, вы упали. Я реально плачу, не могу остановиться, помогите, вот пожалуйста. Я с ней живу, вот я с ней живу, вот поймите, она ноет всегда, везде. Не верьте слезам. Постоянно, что бы ни случилось. Слушать это. Реально. Пиздос, блядь. А что вы там посмеиваетесь, я проиграл? Полина, перестань. Я не могу. Я обычно очень сильно ржу из этого. Мне реально пиздец. У меня аж пена просто идет. Ветер плавно распаглась. Я не могу. Перестань. Перестань, пожалуйста. Я начинаю реально ржать из-за этого. Это ужас. Я не могу плакать и смеяться. У меня получается. Хорош. Ну реально хорош. Реально не в минус, понимаешь? Вот вам смешно, я проиграла на последней секунде. Спасибо большое за 30 рублей, я плачу опять. Друзья, сегодня я вам хочу порекомендовать попробовать свои силы в Arcage. Это MMORPG, где вы сможете отправиться в путешествие по открытому миру как на своих двоих, так и на корабле, или просто вести свой дом с огородом и торговать на местном рынке. Недавно игра получила обновление «История о прошлом и будущем», которое привнесло много нового. Вы сможете отправиться на поиски легендарных сокровищ Короля Призрака и погрузиться в историю команды. Также вернулся Instant Вуаль Дауты. Крушите вражеские катеры, маневрируйте между ответными снарядами и острыми скалами и станьте лидером морской арены. Королевская битва на волнах.
волнах идет полным ходом. У гильдии появился свой дом с новыми функциями. Объединяйтесь с другими игроками и получайте бонусы с постройки. А в новом пропуске «Страна чудес» вас ждет очень любопытный питомец. Так что ныряйте за белым кроликом по ссылке в описании, забирайте подарки и вперед к приключениям. А, так тут АФКшник. И за ним еще один. Где? На гору прям заберись там рядом. Я не вижу. А, я вижу. А, так они вдвоем тут уснули. Дорогие господа, сегодня вас приветствует радио Смерть FM. Вы с нами будете недолго, но в любом случае с нами вы до конца. Просыпайтесь или вам пи***. Господа, я начинаю терять терпение и хотеть совершать необдуманные действия. А ведь когда я поднимал эту канистру с топливом, я и не мог поверить, что она мне пригодится. Но все же пригодилась. Ребят, вставайте, ребяточки. Давай, пора, подъем. Не, они вас... Они крепко спят этой днем. Я скажу вам, господа, так, у вас очень незавидная судьба. На самом деле перспектива у вас очень хуй. Твою мать. А у тебя тоже. Дайте мне меч. Дайте меч мне. Мне опять раунд надо будет сейчас драться голыми кулаками. А я хочу оружие. Я хочу оружие. Ну ладно, еще раунд я продержусь. Блять! Да господи, боже мой! Что здесь происходит? Извините, я не хотел. Господи, возможно, этот молодой человек даже был очень ничего. До момента, пока ему не выпустили кишки, да я хочу уйти! Тесак. Короткий меч. Я хочу что-то большое, по-настоящему мощное. Фальшон. Нихуя. Копье, топор, это уже получше. Но я хочу... У них нету ни единого шанса. У них рублей. Нет ни единого шанса против такого оружия. Какая скотина! Не помыла сковородку за собой! Сука! Вась, мне нравится! Мне она как будто вселяет какую-то уверенность. Не-н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 е
Нет! Меня зажали! Меня зажали! Хотя... Хотя какие проблемы? Охуеть! Это отличные доисторические барабаны! Средневековая ударная установка! Жаль, одноразовая. Кто сковородку не помыл, сука? Вот беру... это я планирую. Я взял дробовик. Я пока нихуя не взял. Че, поехали, Гайзис? Да. Я сумасшедший мотороллер. Кирилл, что ты творишь? Ты это не я. А, это враг! Твою мать! Это клоун-враг! Я так обделался, блядь! Это что было? Я ж угораю, думаю, нифига себе, у кого такой костюм клоуна, блядь! Уезжаем, я словил только что полумикроинсульт. Уезжаем просто сейчас же! Не-н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 е. После бутылки ты вина... Ты разъебался? Мне тебя надо поднимать? Прыгать с парашютом идея плохая. Нет, я не разъебался, я просто упал. Я пытаюсь подняться обратно. А почему тут человек ходит с зонтиком? Я не могу понять, дождя же вроде бы нету. Или есть? Ну, блядь, ладно, это было довольно крепкое вино. Бля, ну я боюсь, я машину типа остановлю, и она вниз полетит. Ты просто по стене едешь. Серьезно? Нормально. Это трюк. Слушай, а у тебя может получиться, если ты подъедешь поближе, вот так вот на нее встанешь. Я вниз! Я вижу это! И машина за тобой тоже! Ебать, до кучи лови! Так, я думаю, нам нужно спуститься, ребят, туда. Не-не-не-не-не, просто справа прыгаем, а и все. Мы сейчас это... Нет, да ничего не будет, сто раз так делал, вообще никаких проблем. Просто справа, вот от угла и прыгаем, и все будет отлично, я тебе говорю. Как его открыть? Я сказал справа? А, я все перепутал, я имел в виду слева, и слева прыгаем, господа. Ну что, пора переходить к... А ну-ка, руки убрал от мышки, быстро, я все вижу. Господа, важное объявление, у меня вообще 27 мая день рождения, и, естественно, всех вас я приглашаю на стрим. День рождения 27 мая, поэтому собираемся мы 26 мая в 8 вечера. Естественно, по московскому времени. С собой брать ничего не нужно, только хорошее настроение и желание посмотреть на какой-нибудь трешак. Ну а теперь можно вернуть руки на мышку, поставить, например, лайк и закрыть видео, пойти посмотреть что-нибудь еще. Ну и увидимся с вами, собственно, в следующий... Ага, в следующий четверг мы с вами увидимся. Все, всем покеда. До 26 мая, до 8 вечера. А зачем я в центр бегу? Можно вопрос мне задать, пожалуйста? Нахуй бегу в центр вообще? Зачем? Какой был смысл в этом, если он всегда бьет? Я хотел сам по центру.
О! Фу! Ну я так забустила в бок. С ума сойти. Ай, блядь, нет. Кажется, ночью зашел. Во время игры. Папа, не надо, я хочу доиграть.